Сегодня матчем в Оренбурге между одноименной командой и московским «Локомотивом» стартуют игры второго тура предварительного группового этапа Кубка России по футболу. Махачкалинская «Динамо» свой матч проведет завтра на выезде в Москве. Соперник – столичные одноклубники. Игра пройдет на ВТБ-арене и начнется в 19 часов 30 минут по Москве. После победы в первом туре предварительного группового этапа над самарскими крыльями Советов махачкалинская «Динамо» расположилась на втором месте в турнирной таблице.